Чего пытается добиться эта туза? Надо, черт подери, а. Возьми. Это те документы, которые раскрыли всю твою игру. Мама Слым принесла это, чтобы показать своей дочери. И она знает, что не ты донор почки. Причем у нее и доказательства теперь есть. Аслан все узнает. Благодаря этим документам все раскроется. Она скажет, что я угрожала ей. Расскажет, что я пыталась их разлучить, она все скажет. Да. Причем сегодня, после того, как она скоро выйдет из совещания. Значит, Озан давно уже сжег все мосты. Вычеркнул меня. Он меня бросит и пойдет к Аслым. Даже если мы уничтожим доказательства, мама Аслым все равно ей все расскажет. Ну то есть это конец, дорогая Берчин. Озан и Берчин вновь сойдутся. Пока я не скажу, что все кончено. Ничего не будет кончено. Ты меня понял? Я не знаю, на что ты готов ради Аслым, но... Ради Озана я готова весь мир уничтожить. Без капельки сомнений уничтожить готова причем. Так легко я не откажусь от тебя, Озан. Ничто не кончено. Вот увидишь. Фатих? Что ты здесь делаешь? Ты разве не болел? Мне стало лучше, я не хотел пропускать лекции, Аслым. Берчин сегодня не заходила. Да. До того, как вы вышли из совещания, она ушла. А зачем ты спрашиваешь? Аслым, я ухожу. У меня есть кое-какие дела, потом увидимся. Ладно, увидимся. С тобой тоже мы увидимся, учитель Фатих. Почему же он сейчас ищет Берчин? Зачем он может искать ее? Ну, она ведь его девушка. Наверное, дела есть какие-то. Я здесь забыла. Интересно, Аслым получила конверт? Черт подери. Берчин, я знаю, что ты дома. Я все узнал о вашей игре с мамой, о игре с почкой. Я все знаю. Берчин, рано или поздно мы все равно встретимся, ты не убежишь. Если не хочешь говорить наедине, ну как знаешь. Я ни в чем не виновата. Все это придумала и реализовала моя мама. Я не виновата. Включился. Аслым, кстати, пока ты была на совещании, пришла твоя мама и оставила тебе конверт. Пришла моя мама? Почему вы так поздно говорите мне об этом? Ну а какой конверт? Я задумался, ты прости. Вот этот конверт. Озан. Озан, послушай, я хотела дать тебе свою почку. Я очень молилась, чтобы моя почка подошла, но поскольку я очень любила тебя, я согласилась на план мамы. Но я клянусь тебе, что я ни в чем не виновата. Послушай, я очень люблю тебя. Очень люблю, прошу, не бросай ты меня. Берчин, все кончено. Не понимаешь, что ли? Ты врала мне, смотря прямо в глаза. В то время как я и Аслым страдали, ты продолжала эту игру. На наших разбитых сердцах ты на лжи пыталась построить любовь. Но все кончено. Озан.
Озан, я прошу тебя. Озан, я умоляю тебя, не бросай меня, я прошу тебя. Озан был прав. Аслым, что это? Озан! Черт подери, а! Послушай, умоляю, не бросай меня. Из-за грехов мамы ты неправильно поступаешь. Я сделала все ради тебя, ради любви к тебе. Я все делала ради тебя, Озан, ради нас. Пожалуйста, не бросай меня. Нет больше нас. Нас больше нет. Не надо обманывать себя, нас никогда не было. Ты на лжи пытался построить любовь. Но все кончено. Я не хочу жить без тебя. Берчин. Берчин, Берчин. Открой эту дверь, не веди себя как ребенок. Аслым получила конверт. Идет искать Озана. Черт подери, а. Черт подери. Аслым, доченька, ты все увидела? Увидела в ложе Берчин? Что это доставила мама? Не знаю, курьер привез. Озан. Кроме Озана, никто бы не пошел на такое. Возможно, именно поэтому он и искал Берчин. Озан хотел, чтобы я увидела это. Он хотел, чтобы я все рассказала. Он хотел от меня услышать, почему я бросила его. Я знала. Тебя с Озаном разлучила Берчин, не так ли? И она пошла на эти грязные игры, чтобы разлучить тебя с любимым человеком. Чтобы завоевать его, да? Берчин угрожала мне жизнью Озана. Я была вынуждена отстраниться от него, чтобы спасти его, любимого человека. Но все это оказалось враньем. Берчин не дала свою почку Озану. Нет, я понять не могу. Как человек может так соврать? Как она могла так поступить с любимым человеком, мама? Доченька, ты сейчас не думай об этом. Иди и поговори с Озаном. Возьми его руку и больше никогда не отпускай его. Никогда не брошу, мама. Я его больше никогда не брошу. Ну хватит, пускай закончится эта игра. Берчин. Хотя бы раз в жизни сделай то, что надо, правильно? Возьми ответственность за то, что ты сделала. Отчитайся. Я должна что-то сделать. Я должна что-то сделать, пока эта тварь остынь не пришла. Черт подери, а. Озан, я ничего не сделала. Я просто сделала то, что хотела мама и любила тебя. Это все, в чем я провинилась. Не надо мне врать. Ты ведь угрожала Аслым, да? Ты хотела, чтобы она рассталась со мной. Нет, я ничего не сделала. Я Аслым вообще ничего не сказала. Но она бросила тебя и ушла. Ушла к Фатиху. Моя вина лишь в том, что я люблю тебя. Хватит, Берчин, хватит. Ты все еще продолжаешь врать. Столько времени вы испортили жизнь мне и Аслым. И ты, не стыдясь, продолжаешь врать мне. Разве можно врать любимому человеку? Столько времени я думал, что ты спасла мне жизнь. Выйди, мы поговорим. Ладно. Ладно, я скоро буду. Сегодня она всем все расскажет. Вся правда вскроется наружу. Черт подери. Черт подери, я должна что-то сделать. Я должна что-то сделать. Я не сдамся, Озан. Я не позволю тебе... Бросить меня и пойди к этой твари, Аслым.
Учитель Фатих. Я жду Берчин. Выйди и расскажи мне все.